чем сегодня попросила именинница кусочек сладкого торта. Ветеран войны Анна Дмитриевна Пятышева отмечает свой 103-й день рождения. Держи. По специальности акушер-гинеколог. В годы войны ушла на фронт. Служила в медчасти, где она и десяток таких же юных девчонок спасали жизни советских солдат. А Великой Отечественной, говорят дети, Анна Дмитриевна вспоминать не любит. Слишком тяжелое было время. Поднять имениннице настроение и вручить подарки пришли представители администрации городского округа. Здоровья, здоровья, здоровья вам. Как и полагается, гости к Анне Дмитриевне пришли не с пустыми руками. Вроде как говорят, 100 лет это много, а тут уже 103 года. Ну, прошло замечательно, передали подарки от главы городского округа Химки, от совета депутатов городского округа Химки, поздравили. Я надеюсь, мы смогли поднять настроение нашему ветерану, нашему долгожителю. Помнить и помогать ветеранам в городском округе стараются не только по праздникам. Внимание к старшему поколению – традиция, которую сохраняют на протяжении многих лет.